Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Арунаса, интересуемся, готов ли он к диагностике, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Да, он доверит. Хорошо, я даю команду. На счет три сканер сканирует пространство над головой Арунаса под ногами, 360 градусов вокруг него. На всех семи тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии и воздействия. От этого выстраиваются каналы, ведущие в клетку тюрьму, и ответственность за эти подключки воздействия энергии притягивается в клетку тюрьму и становится ее заложником. Один, два, три. Сканер сканирует все семь тонких тел Арунаса, находит все. У него красный дракон вылетел в клетку, огромный, агрессивный. Красный дракон агрессирует у меня в клетке? Он сейчас через минуту будет скулить, если он не прекратит. Огнем он дышит. Замечательно. Влад, достаю печать дракона, включая на полную мощность. Даю дракону удар 200 тысяч герц, отлетает другой конец клетки. Но он отлетел, печать на него влияет, он успокоился. Он еще не просил ничего. Просит выключить печать. Выключая печать. Это первое и последнее предупреждение, дракон. Если ты еще раз попробуешь своим пламенем или какой-то агрессией мне здесь показать, я открою портал в галактическое ядро и скину тебя туда. Тебе это понятно сейчас? Паразитарная сущность. Я не слышу он ответа. Он осматривается, он не понял пока, где он. Не понял. Отлично. 200 тысяч герц удар дракону. Когда я спрашиваю, ты отвечаешь на мой вопрос? Или я начинаю на тебя воздействовать? Говорит, что хватит меня бить. Какой вопрос ты задаешь? Кто ты? Чего ты агрессируешь? Ты на чистке находишься. Рассмотри, в кого ты сначала огнем говорит, кидаешь. Говорит, что я был выдернул из своей среды обитания. Какая реакция должна у меня быть? Спокойная, как и у всех драконов. Если ты начинаешь на меня агрессировать и нападать на меня, то я нападу на тебя. Если я на тебя нападу, останется горстка пепла. Считай, Вера, цифру красного дракона над головой. 7006. Ах, еще и 7006. Ну хорошо, красный дракон. С твоим высоким уровнем я уже сегодня буду разбираться более конкретно. Не тянется ли за тобой какой-то след? Вот таких преступлений. Хорошо, поехали, Вера. Кто у нас в клетке, кроме красного дракона? Инсектоид, суккуб и демон. Все. И демон. Какой демон? Считай цифры. 12. Да, я так тоже считал. Хорошо. Сколько ты находился в биополе, красный дракон? 13 цифр идет. 13 лет. Ты воровал биоматериал, частички души, ДНК? Синхронизирован я с ним. Хорошо, проверим. Инсектоид, сколько ты находился в биополе? 1 год. 2 месяца. 1 и 2. Хорошо. Суккуб, сколько ты находился в биополе? 3 месяца. 3 месяца. И демон, сколько ты находился в биополе? Около 2 лет. 1 год и 8 месяцев. Хорошо. Так. Переходим к реверсу энергии. Я даю команду тонкой копии Арунаса спроецировать все энергетические и сферические каналы. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. И даю команду на счет 3. Отключаются у Арунаса платы, все платы дракона красного. 1, 2, 3. Безболезненно отключается на всех тонких телах. Выходят эти платы и отправляются в клетку-тюрьму. Готово. И выстраивая канал к этим платам, 1, 2, 3 от Арунаса. И по этому каналу даю команду произвести отчуждение все чужеродные патогены низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ и негативных мыслеформ, которые пришли от этой платы. 1, 2, 3. Мощным потоком пошло все назад. Идет. Готово. Хорошо. Устанавливаю фильтры золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Арунас забирает от всех интерферентов и от плат дракона всю чистую, светлую, божественную энергию. И 1, 2, 3. Обратно пошли энергии божественные, чистые. Светлые такие энергии тут к нему возвращаются. Почти белые. От кого? Готово. От плат. Ах, вот как, дракон. Реверс закончился, да, Вера? Да.
Хорошо. Инзиктоид, выходи, вытаскивай свои инкубаторы, отсасывай всю жидкость, все крепления снимай, ничего не забывай. Возвращайся в клетку и докладывай мне о готовности к проверке. Он говорит, что только обустроил все и сделал посев. Даже вылупиться не успели. Ты не тому жалуешься, инзиктоид. Ты знаешь, кто я и что это моя работа. Обратились бы раньше, раньше бы пришли. Обратились бы позже, позже пришли бы. Здесь человек решает сам, его душа. Когда он хочет избавиться от вас. Хорошо. Так, Суккуб, выходи, снимай все свои ленточки, все, что у тебя там есть. Это инзиктоид говорит, и энергии подходящие. Но он же не инзиктоид, а ты не человек. Понятно, что для вас эти энергии вкусные. Вы можете их перерабатывать, свои, которые вы хотите. Но здесь, опять-таки, человек решает. Он хозяин своих энергий. Давать тебе их или не давать. А так как ты зашел без разрешения, как и все остальные, вопрос, я думаю, понятен. Ответ. Он говорит, что здесь играют два фактора. Первое – это мягкая, теплая плоть, которая можно разводиться. Вторая – это особенные энергии, которые дают определенную зарядку моим посевам. Суккуб снялся. Понял твое объяснение. Хорошо. Так, красный дракон, выходи, вытаскивай, что там еще у тебя осталось, чтобы тебя не бахнуло 3 миллионами герц. Конструкция осталась. Подключки остались от пластин. Вот поэтому я тебя и выпустил. Вытаскивай все. Все снял. Хорошо. Я даю команду. А, демон. Демон, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в биополе Арунаса. Что он там поставил, Вера, посмотри. На руках есть у него. Веревки и ноги, да? Не веревки, они больше как перчатки. Варежки. Варежки, понятно. Лярвы есть, демон, в биополе Арунаса? Спина. Спина? Это от конструкции, видать, дракона, да? Или от инзиктоида воздействовал на спину? И еще где? Сейчас, подожди, спина, он показывает низ спины. Крестец, да. Крестец, там у него лярва. Хорошо, снимай сначала все, что ты оставил. После этого, если ты меня попросишь, я дам тебе лярву. Но он с рук снимает, и ноги тоже у него как... Утяжеление. Высокие какие-то сапоги. Сапоги. Утяжелял все, понятно. Нет, он не утяжелял, он, как говорит, разжигал. То есть они вдвоем с драконом его разжигали. Один снизу, другой сверху. Все снял он. Забирай все лярвы, которые находятся. И возвращайся в клетку. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Зеленый. Отлично, все-все забрали. Хорошо, буду тогда отпускать. Демон, ты готов уходить? Да, готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Суккуб, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Суккуба. 1, 2, 3. Суккуб забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, инзиктуй, ты больше в это биополе не войдешь. Тебе это понятно? Да, понятно ему. Открывается наверх. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инзиктоида. 1, 2, 3. Инзиктоид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готов. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Не уходила. Благодарю тебя. У меня здесь 7600 дракон, 13 лет сидел. Меня удивили какие-то яркие энергии, которые возвращались в его платы и конструкции. Посмотри там, пожалуйста, за этим экземпляром. Ничего не тянется. Чем больше сидят интерференты, тем смелее они становятся. Наглее. Наглее. Да, так и есть. Вот Он уже получил свой урок, отпускаю. Хорошо, я благодарю тебя. Красный дракон, я хочу получить у тебя слово красного дракона, что больше никогда не войдешь в это биополе. Даю слово. Отлично. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона. 1, 2, 3. Красный дракон забирает. Красный дракон уходит на свою частоту. Платы остаются здесь. Закрывай, печатай, растворяй.
Готова ли говорить, что он обычный воришка, пересидевший очень долго и потерявший страх? Я все понял, благодарю тебя. Так, мы всех отпустили, да, Вера? Да. Платы у нас остались, там еще и конструкция дракона должна была остаться. Остались? Да, есть. Под ними открывается портал в галактическое ядро, и они уходят на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо. Поехали по частотам. Да, есть. Переходим к процессу активации, идентификации. 1, 2, 3. Пошел процесс. У него очень интересная душа. Скрещенная. Гибридная? Гибридная. Именно скрещенная. А гибридные души, они все скрещенные? У него идет 80% на 20%. А, вот так вот. Хорошо. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Готово. Отлично. Арунас, мы закончили чистку. Как вы себя чувствуете? Ну, он прекрасно чувствует. Он знает, откуда его душа. Он видит свой стержень. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. Сейчас мы будем его приглашать в нашу комнату диагностики. И я делаю запрос в энергоинформационном пуле и прошу прийти в эту комнату диагностики куратора или учителя Арунаса. Девушка. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Арунаса. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую в этой комнате. Приветствуем. Рада видеть Арунаса и благодарю его за эту встречу. Мое имя Лари. Лари. Мы приветствуем вас, уважаемый куратор Лари. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку по просьбе Арунаса. И вот 10 вопросов его еще остались, которые он хотел бы задать своему куратору. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Я вижу, что от Арунаса пошли вопросы. И сразу хочу объяснить. Лари – это сокращенное имя. Мое полное имя Лариона. Лариона. Если тебе это что-то объяснит. Это был телепатический вопрос. Прошу прощения. Какой был вопрос от тебя? Во-первых, хотел сказать, очень красивое имя у вас, уважаемая Лариона. Я вообще никогда не слышал, но очень красивые вибрации идут от него. У меня 10 вопросов, которые я подготовил Арунас для вас, и я был бы рад их прочитать вам. Конечно, я с удовольствием объясню происходящее и отвечу на вопрос. Благодарю вас, Лариона. Можно вас так называть? Можно. Хорошо. Итак, первый вопрос. Откуда моя душа? Твоя душа гибрид. На 80% ты арктурианец, но в какой-то момент Арктуру понадобились энергии Млечного Пути. Энергии Млечного Пути были добавлены к арктурианским. Ты можешь представить это, хотя это видишь ты сам. Твой стержень из белых энергий Арктура опоясан энергиями Млечного Пути, которые выглядят как космические энергии. 80% на 20% и 20% энергии Млечного Пути, да? Да. Благодарю вас, очень интересно. Я сам гибридная душа, поэтому если была необходимость в этом создавать, значит, было создано. Я перехожу, с вашего позволения, ко второму вопросу, если вы здесь закончили. Продолжай. Сколько воплощений было на Земле? 14 воплощений. Благодарю вас. Третий вопрос. Какая цель, задачи этого воплощения? Любишь Землю, как планету с ее чувствами, флорой, фауной. Тебе нравится возвращаться сюда и дорабатывать маленькие детали, оттачивать уголки твоей души, назовем это так. Ты всегда возвращаешься, ну, во-первых, для развития, а во-вторых, чувства влекут тебя на Землю. Снова и снова ты хочешь прожить и прочувствовать, копаясь в этих чувствах и наслаждаясь ими. Очень интересно. Благодарю вас за эту информацию. Я думаю, она будет полезна для Арунаса. Я перехожу, с вашего позволения, к четвертому вопросу. Да, пожалуйста, продвигайся. Как мне удается достигать эти цели? Как говорят на Земле, кто ищет, тот всегда найдет. Именно это ты ищешь. Пробуешь себя на вкус, пробуешь новое, знакомишься с людьми.
Тебе нравятся энергии, которые идут от людей. Именно это тебя и интересует. Чувства других людей и твои реакции на них. Ты слушаешь сам себя, как я уже сказала. И это тебя интересует. Я заговорилась. Повтори, пожалуйста, вопрос. Вопрос был короткий. Как мне удается достигать эти цели? Цели развития, я понимаю. Здесь он писал, я исхожу из того, что это в контексте был третий вопрос. То есть, какая цель, задача этого воплощения? И тут же он спрашивает в четвертом вопросе, как мне удается достигать эти цели? Небольшое ты как исследователь приходишь на Землю, чтобы получить непонятные и не до конца исследованные для себя чувства. И каждую крупинку ты собираешь в чувствах, отдавая свои и получая другие. Очень интересно. Благодарю вас. Можно продолжать дальше? Да. Пятый вопрос. На каком уровне находится мое высшее Я? На 13 уровне, переходит на 14. Но ты не торопишься, наслаждаясь этими крупинками познания души. Очень интересно. Благодарю вас. Можно дальше идти. Шестой вопрос. Сколько у меня всего кураторов? Я курирую тебя в этой жизни. Есть другие учителя, возможные кураторы, которые приходят в тот момент, когда они нужны тебе, когда твое увлечение переходит границы моих знаний. Благодарю вас за этот ответ. Я перехожу с вашего разрешения к седьмому вопросу. Как мне настроить прямой контакт с куратором? Очень просто. Ты можешь давать сигнал своим стержнем, просто пульсируя им, телепатически передавая призыв ко мне. Наши стержни работают как радары, находя друг друга. Это технический вопрос. На физическом уровне тебе нужно просто подумать обо мне и задать вопрос. Будет лучше, если ты можешь представить свой стержень. Это даст защиту информации, которую мы передаем. Для начала нужно попробовать связаться и наладить связь. В дальнейшем заданные вопросы. На заданные вопросы ты будешь получать ответы. Не надо копаться в ответах. Первый ответ, который ты услышишь, будет от меня. И главное его не анализировать. Куратор всегда слышит своего подопечного, услышит ли подопечный своего куратора. Именно это я имела в виду, когда сказала, не надо копаться в ответах, потому это что их будет это много называется... и пойдет анализ. Это называется абсолютно верно, это слово анализ. Перестать анализировать этот ответ, который придет. И еще один совет я могу дать, так как мы уже с сотнями кураторов встречались. Короткие вопросы задавать. Понятные вопросы. Короткие, понятные вопросы, не требующие дополнительного какого-то разъяснения. Тогда будет очень хорошая связь. Благодарю вас, Лариона. И с вашего позволения я перехожу к восьмому вопросу. У меня были сны с очень реалистичными ощущениями. Например, почувствовал сильный поток энергии через все тело. Или другой раз чувствовал, как будто меняются клетки всего тела. Что это было? Я не смогу ответить на этот вопрос, так как это физический уровень твоего биологического тела. Это мог быть один из интерферентов. Скорее всего. Я только хотел сказать. Гуманоид или дракон. Когда они синхронизировались и пропускали свои энергии. Именно так. А мог быть твои чувства, которые ты раскладываешь каким-то путем в свои клеточки. Биоробота. Как куратор не могу отвечать на такой вопрос. Это твои личные ощущения и развитие твоей души. Ты должен сам найти ответ, что это было чужеродное или особенность твоей души в связи с биороботом. Очень правильный ответ. Конечно, он сам должен разобраться, так как ему это снилось. Благодарю вас, уважаемая Лариона. Мы закончили с этим вопросом? Я вас не перебил? Да. Хорошо. Я перехожу с вашего разрешения к девятому вопросу. На что мне обратить внимание для выполнения программы и целей в этом воплощении? Первое, это не нужно думать о программе.
Нужно жить и наслаждаться. Что бы ты ни делал, нельзя идти против себя, против своей души. Программу ты в конце концов выбрал свою сам. И любые отступления от нее тоже ты выбираешь сам. Я лишь хочу сказать, что тебе нужно идти тем путем, который выбрала твоя душа, маленькими шагами, но с улыбкой и позитивом. Какие замечательные слова. Благодарю вас, Лариона. Это не просто слова. Это очень важная информация. А значит, она, если что-то ты делаешь без радости, значит, ты свернул с пути, который выбрал себе сам. С этим мы закончили вопросом. И остался 10-й вопрос. Сколько он написал, остались ли у меня кармические задачи? Правильно было спросить, сколько кармических узлов я прошел и сколько осталось. Как вы считаете нужным ответить? Ты прошел 4 да. своих задач важных. Осталось 2. Отлично. И с ними он тоже справится. Уважаемая Лариона, мы закончили. Так как я понимаю, если он на 80% арктурианец, то вы представитель Арктура. Я представитель Арктура. И он представитель Арктура, но у нас есть дополнительная защита от Млечного Пути. Отлично. Мы знаем эти защиты от Млечного Пути, мы ее используем даже в своих, себя защищая. Мы очень рады приветствовать представителя Арктура в нашей комнате диагностики. Здесь было уже много кураторов, и вот сегодня, Лариона, мы с вами познакомились. Вы дали замечательные ответы. Вопросов у меня больше нет. Если вы хотели сейчас что-то добавить или активировать его внутренний стержень, это был бы самый лучший момент. Стержень активирован. Я лишь хочу показать, как он работал. Подними, пожалуйста, руки на уровне локтей. Я делаю. Я стою в ту же самую позу из наших рук. Я даю тебе сигнал, пульсирующий. Это как сердце, который активирует внутренний стержень. И он начинает пульсировать в оболочке из энергии Млечного Пути. Даже не оболочки, а спирали. Эту пульсацию ты можешь слышать внутри себя, активировав таким образом твой стержень. Ты можешь давать мне сигналы, хотя я так рядом и слышу твои запросы. Я хочу сказать больше. Ты понимаешь, что своим стержнем ты связан не только со мной, но и с Арктуром. И если ты сможешь закачиваться энергиями, всегда помни, что энергии поступают с Арктура и с Млечного Пути. Одна идет в стержень, другая спиралью обволакивает вокруг. Вот теперь я закончила. Благодарю вас. Благодарим мы вас, уважаемая Лариона. У нас в этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору, эту традицию, кстати, уже знают на Арктуре. Каждому куратору, который приходит к нам в нашу комнату диагностики, мы всегда дарим один определенный подарок. Я не знаю, был ли у вас опыт жизни на Земле, но все планеты, представители их, этот подарок принимают. Даже первородные ангельские души, плеядианские и так далее. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми сочными и спелыми ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. И мы хотим этот подарок преподнести в знак благодарности за сегодняшнюю встречу, за помощь Ларионы своему подопечному Арунасу и за то, что она пришла и навестила нас в нашей комнате диагностики. На добрые воспоминания. Подарок действительно необычный. Биопродукты, корзинки. Это единственный чистый продукт вообще, который остался на Земле, потому что все остальное у нас здесь засорено. Я смогу перенести это с собой. Благодарю вас. Благодарим за эту возможность. И передайте, пожалуйста, на Арктуре. Мы всегда рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных.
и приведут их к нам. Мы откроем, мы уберем всех сущностей, откроем им двери в надежде, что они дальше продолжат свое развитие. Это наша работа, и мы ее с удовольствием делаем, помогая всем, кто к нам приходит. Я благодарю за то, что вы даете возможность душам очиститься. Это так нужно на Земле. Особенно сейчас. Благодарю вас, уважаемая Лариона. Примите искреннюю благодарность на этом месте от Арунаса, от меня и от Веры. Я не говорю прощайте, я говорю до скорых встреч. Возможно, он еще захочет пообщаться со своим высшим Я. И мы тогда обязательно пригласим вас как куратора и поднимемся вместе, если он захочет. Благодарю вас. Добрый путь. Да, будет так. Благодарю вас. Всего доброго. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо, Арунас, мы провели встречу с вашим куратором. Как вам ваша встреча? Великолепная, шикарная, потрясающая встреча. Она открывает вам очень большие двери и новые возможности. Примите их. Всю информацию, которая вам необходима, вам дали. Единственное, что со своей стороны мы рекомендуем вам читать манифест, укрепляя свою внутреннюю стержень. И, кроме того, сбрасывайте каждый вечер негатив в галактическое ядро, как мы показали в этом сеансе, и заправляйтесь этими энергиями. Ваши цифры 360% энергии и 27 Гц вибрации. Хорошо. Благодарю за советы. Будем возвращать вас назад в ваш биоробот. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Арунаса в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. И отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Да, я на месте.